кого-то сидеть в подвале, потому что мины так близко. Хорошее чувство. Ну, вышли как чумные, это и все. Ну, любой человек, это, ну, как бы вам сказать, так и вот это вот то. Это, ну, уже все. Думаю, все, сейчас все. Мы были, это было где-то начало 5 утра. И 40 минут это уже. Вот там мины падали, там. Вот там и сейчас Сымы-то, вон горело. Хата, вон, видите, то подвал, это все оно горело. Ну как бы хватило, у меня всего лишь 2000 гривен пенсия. Как хватило? Конечно, нет. Так бы вот и жили, пленкой забили, то и жили. Конечно, это благодаря этой помощи, что тут люди приехали, перекрыли сейчас. А так бы бросили, это процентов 80. Тут одни пенсионеры, они побросали и все. А так, ну як, все хотят отстроить, вертаются, трохи начинать мы будем жить. И это самое, отстраиваться, да. Если бы мне раньше сказали, что это рай, я бы смеялся. Но сейчас, когда тишина, это да, действительно, это есть на земле рай.